Әдеттегідей Дельфин Фитнес энд Спа біз үшін өз есіктерін айқара ашты. Бірақ бүгінгі түсірілім өзгеше. Себебі мұнда фитнес-клубтың мүшелері арасында жарыс ұйымдастырылуда. Мероприятия для клиентов клуба мы проводим каждый месяц. Это бывают внутриклубные мероприятия, бывают мероприятия аутдоры, то есть мы выезжаем за пределами клуба. Осындай шараға қатысушыларға Мисс Қазақстан 2014 Регина Вандышева демеу көрсетті. Клуб мүшелерімен тілдесіп, өз өмірінде спорттың ерекше орын алатынын мәлімдеді. Ну, на самом деле, мне спорт очень сильно помог. 8 лет я не зря посвятила легкой атлетике. Спорт воспитывает какой-то режим, дисциплина, порядок, спортивный дух такой, сила воли. Это все помогает, и это все сказалось, то есть на сцене, уверенность вот эта вот. То есть я не боюсь работать с публикой, я не стесняюсь. И нужно жить и радоваться жизни, быть жизнерадостной, не стесняться, пробовать, пытаться и, конечно, верить в себя. На самом деле прекрасный комплекс, хорошая атмосфера, это самое главное, заряжает энергией и хочется работать и работать. И пожелаю тем, кто пришел сюда, не бросать, а закончить, завершить, то есть что они начали, добиться успехов и результатов. Эти мероприятия проводим для лояльности наших клиентов. Здесь они находят много новых друзей и в дальнейшем общаются, поддерживают отношения, уже начинают созваниваться, звать друг друга на наши мероприятия. То есть, если когда наш клуб открылся в начале, на наши, ну, на такие мероприятия приходило, ну, от 5 до 10 человек. Сейчас уже мы собираем 50-60 человек. Это очень радует. Спортпен шұғылдану денсаулығыңызға ғана пайдалы емес. Ол сонымен қатар сіздің рухани байуыңызға өз үлесін қосады. Себебі түрлі спорт кешендерінде және фитнес-клубтарда өзіңізге дос тауып, серігіп қайтасыз. Осындай сезімнен сырт қалмаңыз.